Всем привет! Наше путешествие из Владимира в Москву продолжается, и сегодня мы решили несколько часов до поезда, мы сегодня уезжаем уже в Чебоксары, и несколько часов до поезда мы решили провести в Измайлово. Мы посетим Измайловский Кремль. Это очень интересный культурно-развлекательный комплекс, который был построен совсем недавно, в 1998-2007 годах, недалеко от исторической царской усадьбы Измайлова. Это комплекс с деревянными постройками, которые в стиле русского зодчества 16-17 веков построены. Здесь огромное количество музеев, выставочных площадок, фудкорт, блошиный рынок. Ну, в общем, удивительное место. Очень нам здесь понравилось. Ярмарки всевозможные. Ну, то есть я надеюсь, что этими кадрами вы тоже вдохновитесь. И когда будете в Москве, то обязательно посетите это удивительное место и насладитесь этой атмосферой. Приглашаю вас к просмотру. Мы зашли тут в Измайловский Кремль. Костюм аквалангиста. Зараженные фонари какие-то или что-то это такое. Пожарные ведра, лыжи, удочки, рюкзачки, чего только нету. А здесь вообще антиквариат. Не детский мир. В общем, всего много, в общем, ряды такие длинные. Кремль.
Такой вот вид. Можно выше, пусть ничего не развалится. На самую верхотуру, ребят, только ради вас. Смотрите, какая здесь красота. Там река. Это Измайловский парк уже? Смотрите, сколько ремесленников, сколько торговцев. Обалдеть, вообще какие здесь виды. Здесь столик. Можно что-то, наверное, сесть покушать. Это потрясающие виды. Потрясающие. Это вообще что-то. Мне очень понравился Измайловский Кремль. Здесь везде можно ходить. Везде идет торговля. Просто вот я вам приближу. Там вот вообще народу очень много. Здесь вот по стене можно идти. Везде. Свадьба в Кремле. Дворец бракосочетания.
Гуляем в Измайловском парке. Есть такой вот пруд. Хотим его обойти и посмотреть на всю эту красоту. А здесь все с забором почему-то. Может быть, там, конечно, тоже можно пройти, люди ходят. Здесь такая вот зона отдыха. Купаться здесь запрещено. Ну, по крайней мере, пока мы не видим, что здесь кто-то купался. С Измайловского Кремля вот вышли и пошли здесь прогуляться. Даже на машинах ездит, но, вероятно, туда тоже можно зайти. Но сейчас хочется прогуляться именно вокруг пруда. Зашли перекусить, жарить и пить на веранде сидим.